Всем привет! Вы на канале Принцесса Виктория. И сегодня мы с папой собираем сундук. Да, всем привет! Вот как мы обещали в прошлом видео, когда мы собирали предыдущий пазл сердечко. Вот. Викуля захотела, что следующим пазлом, который мы будем собирать, будет сундучок. И да, именно желтый, да, почему-то ей приглянулся этот цвет. Попробуем сегодня собрать. Викуля, смотри, он также светящийся, то есть он светится. Да, и еще с колючком. С колючком, и здесь 47 деталей. Ну что, попробуем? Да. А здесь розовый сундук. Да, есть еще розовый, но ты захотела желтый, да, желтый. И взяли. Там еще были розовые такие. Да, розовые были. Давай я тебе помогу, а ты будешь... Ох, ну-ка, что там у нас? Да, вытаскивай скорее. И тут каждый день у пазла, каждый день такие маленькие палочки. Да, он состоит из таких маленьких деталей. Давай достанем. Викуль, что вот там еще? Он встречающий. Да, это мы потом. На. Вот уже желтый сундук. Да? Ну да. Да, еще вот этот розовый. Но в следующий раз мы соберем такую синюю птичку. Да? Купим хоть. Ну что, давайте открывать. Давайте. Давайте доставать вот эти детальки. Яблоко светящее, еще будет сундук светящий. Светящееся яблоко и светящийся сундук. Так, подожди, Вика. А по-моему, они здесь подписаны. Два. Да, мама давно один. Нам сказала, что они там подписаны, да? Вот, да. Так, а вот ключики. Ключик аж два. Два ключика. Вот внизу один и другой. Интересно, а крышечка у сундука будет открываться? Да, интересно нам прям. Посмотрим, когда соберем. После птички я уже забыла, что мы будем собирать. Это у нас 5. Подожди секунду, давай мы сначала... А вот эти. И это 5. Что-то я не помню. Ну ладно. И вот это какие? Да, давай вот собирай. Пока что. Я буду эти все. Вот первый. Так, а у них здесь даже есть номера. Нам нужны номера с третьего пазла. Вот отсюда. Вот, где как раз ключик. Вот это будет первая деталь, а внизу будет вторая деталь. Вот. Вот указана первая деталь, вторая, наверное, третья и четвертая. Давайте попробуем. Вот я нашел их. Так, вот мы их вытащили. Вот первая и вторая. Как они должны объединяться. Вторая. Третья и четвертая. А вот эти? Да, это мы будем сейчас потом использовать. Так, вот это первая. А что по птичке, чтобы крышку собрать? Вот первая, вторая. Папочка. Да. А давай мы после... птички будем собирать крышку. Угу. Так, третья, четвертая. Вот у нас лишки уже есть. Видишь, у нас уже есть. Так, да. Да. Вот, процесс пошел. Так. Ну вот, я только не знаю, что это. Может быть, это крышечка, Виколь? Это не крышечка сундучка? Это крышечка. Думаешь, это крышечка? Да, это крышечка. Угу. Так, собираем дальше. Так, вот. Видишь, да. На коробке это крышечка, значит. Она в каком-то салатоне. Вот сундук желтый, и он потом в каком-то салатоне. Да, папа? Где золотой? Вот мы желтый собираем, а тут какой-то золотой выпал. Ну, просто такой цвет. Темный золотой.
Вот. Так, следующая нам нужна седьмая деталька. Вот это вот. Вот так. Что ли? Да. Вот седьмая. Ищем восьмую. Она здесь же, на четвертом. Вот это. Викуль, ты мне помогаешь? Вот восьмая. Вот. Вика, смотри. Смотри уже, какая получается крышечка. Да? Иди мне девятую деталь найди, Виколь. Найдешь? Я уже не вижу какой-то номера. Вот здесь, на инструкции надо смотреть. Давай мы подвинем к тебе немножко. Вот на инструкции мне девятую детальку найдешь. Где девятая деталька? Вот здесь, где цифра 9? Да, вот. Похоже? Да? Что, попробуем? На, дай мне ее, оторви. Одну только, хорошо? Давай. Все, пока подожди. Сейчас я ее вставлю. Ищи следующую, ищи десятую детальку на рисунке. Вик. Десятую ищи. Где десятая деталька у нас? Давай, ищем. Что-то я тоже не вижу. Ты видишь ее? Где у нас номер 10? Вот 10. Вот. На, давай мне ее доставай. Ищи следующую. Где 11-я деталька? Да, давай ее искать. Где номер 2? Подожди, это не 2, это не 2. Вот номер 2. И где 11? Подожди, покажи. Вот 11. Вот это, да? Да, давай. Отрывай мне ее. Давай. Вот. Все-таки это да, да, крышка. Я не думаю, а я точно думаю, это крышка. Она скоро будет уже готова. Давай 15-ю, Мика. Где 15-я деталька? Номер 15. Где номер 15? Вот 15, да? Да, вот, сейчас. Подожди, это тоже второй. Вот это, да. Как? Крепко. Да. Давай. Так. Еще было у Мишки такая. И у яблока там. И у сердечка. Опа. Да, у нас уже крышечка. Эй, а почему готова? Палочки-то нету? Палочки нету. А палочки нету в сундучке, да. Да. Так, ну, следующая деталь. Номер 16. Вот она, 16. Это она на первом. Подожди, Виколь, давай посмотрим, где первая, это второе, где первая. Вот первая. Где? Вот первая. Где, где? Где, где? Вот, мне нужно 16, вот это. Давай мне вот эту. Этот пазл попроще собирать, потому что здесь есть номера. В предыдущих пазлах там
Была инструкция, но она была не она очень понятна. А может на сердечке там было еще номера? Нет, на сердечке не было. Там нужно было искать там определенную там фигуру. Да, Викулечка, давай 17 номер теперь найди мне. Вот она, 17, там же. Там же вот эта маленькая. Очень хорошо защелкиваются. Вот здесь уже образовывается такая ямка. Это туда, наверное, что-то можно положить. Да. Мы туда положим вот этот только вот. Только маленькая. Вот это туда положим, чтобы светилось, но ее можно вытащить и положить, да, что-то другое. Она тоже потихонечку, как яблоко. Может быть, колечко туда можно положить? Какое же колечко? Не знаю, какое-нибудь. Она правда. Вот это, 19-ю у меня, давай, доставай. А мы сейчас посмотрим. Может быть, только какое-нибудь колечко положим. Или Викина цепочка с кулоном, да? Цепочка, ну можно. Она же не проваливается. Если будет мешать этой лампочке. Ну, вытащим лампочку. Так, Викуль, 20. Это один. Это какой? Это два. Вот Вика номер два. Подожди секунду. Вот эту давай мне. Крышка какая большая. Да. Такая тяжелая. Дай потрогать. Сейчас давай я вот эту поставлю детальку, потом туда потрогать. Сейчас соображу. А сундук, она будет еще тяжелее. Да, да, видите, какой он будет еще тяжелее. С иголками. Да, потрогать. На, подержи. Тяжелый? Легкий. Да, да. Не, тяжелый. Легкий. Так, давай 21 номер. Легкий. Мы как в русское лото играем. Да? Игру какую-то. Да, игру. Номер 21. 21. Вот это, да. Доставай. 21. Ой. Чуть это не упало. Так, а вот номер 26, Николь, номер 26, это вот замок. Вот сюда вставляется, смотри. Так, сейчас. Да, я же говорил, что это крышка. Да, пап? Да. Ребята, ну мне кажется, он не будет открываться. Мне кажется, то, что нарисовано в инструкции, это немножко неправда. Да. Если мы хотели стараться открыть, он сразу дышит и сломается. Сломается, а потому что мы уже собрали вот, наверное, пол сундука точно. Да, мы же только собрали, мы хотели попробовать это. И если мы его сейчас будем открывать, он просто развалится. Да. Поэтому... Это же пазл такой. Да, поэтому продолжаем дальше. Вот таких вот пятых у нас две штуки. Да. Да, но Вика одну уже разобрала. Да. Поэтому мы сейчас будем собирать, вот искать вот здесь среди разобранных такие. Вот нам нужно 27. Вот он, 27, он похож. Да? Да. Да. Thank you.
Так, Вика, теперь нам нужно лампочку сюда поставить, иначе мы ее потом просто не сможем сюда засунуть, потому что мы здесь все закроем. Хорошо. Давай лампочку. Подожди, но перед этим надо снять вот этот защитный, такую защитную вот пленку. Вот, мы ее снимаем. И опускаем. На, опускай. На, держи. Давай, Коля, опускай вот сюда. Так, ну все, вот мы положили. Давай попробуем, как она будет светиться. Да. Ой, красным. Да, у яблок. Да, я у яблоки даже не помню, как она светилась. Яблочко зеленое, а у сундучка будет красный. Да, и он будет в темноте светиться. Да, мы потом покажем, как он будет светиться. Так, ну давайте дальше собирать. Детальки сейчас сделаем. Сундучок у нас будет готов. Одна и вторая. Ба-б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 а. Готово. Готово. Нет. Что мы забыли? Что мы забыли? Выключить свет. Нет, нет. Что мы забыли? Ключик. Ключик, да. Куда мы его спрятали с собой? Вот они, два ключика. Да. Один мне? Один мне. Да. А маме ничего. Маме мы тоже. Так, смотрим. Вот. Да. Вот такой сундучок. Сейчас давай посмотрим второй ключик. Ой, застрял. Второй ключик поместится. Вот и второй ключик, да. Вот, никакой. Все. Вот такой. А маме никакой. Так, я все уберу. Да. Ну вот, мы уже выключили свет и сейчас посмотрим, как он горит. Как он горит, да. Ну, правда, не очень темно, но все равно. Я возьму. Вот. Вот такой получился у нас сундучок. Так, это только надо еще потемнее. Да, чтобы еще темнее. Можно закрыть занавески. Давай попробуем? Давай. Так, ну вот мы занавески еще закрыли. Вот получается вот так. Да, красный. Красный. А у яблока синий. Давайте, Викуля, все сейчас пазлы принесем. Посмотрим, как они будут выглядеть рядом друг с другом. Яблочко же у нас тоже светится. Да, я сейчас принесу. Давай, беги скорее. Ну вот, вся наша такая небольшая коллекция пазлов на сегодняшний день. Да? Да. Давайте посмотрим. А помните, когда мы эти пазлы собирали? Конечно, мы же их не так давно собирали. Так, ну да. Давайте. А что мы собрали? А вам там? Вот, Викуль, смотри. Красота? Да. Мне кажется, очень красиво. А теперь посмотрим, да, как это все выглядит при свете. Викуль, иди включай свет. Ну все, ребята, вам понравился пазл, сундук, тогда ставьте мне лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока-пока!